«Валериан. Город тысячи планет» — это фильм культового французского режиссера Люка Бессона. Если вас когда-то впечатлил «Пятый элемент», то «Валериан» именно для вас. Бессон узнаваем, неотразимый, энергичен, завораживающие виды космоса, яркие краски, сотни типажей инопланетян со всей галактики и, конечно же, огромная космическая станция, образование которой началось еще в 1975 году. Действие же фильма происходит в 2700 году, и майору Валериану необходимо спасти миллиарды живых существ, населяющих космический город. На главной роли Бессон взял молодых и талантливых актеров Дэйна Дехана и Карла Левини. Если же вы хотите прочувствовать всю красоту картины, то вам просто необходимо пойти в кинотеатр. Что ж, всего вам космического, и ходите в кинотеатр почаще.